Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Сегодня покажу вам покупки с Wildberries. Сейчас я такую, мелочевку, которую я вчера получила, покажу. Нет, не вчера, что-то... в общем, тут на днях, да? Вот. А сегодня мне еще муж должен будет заехать тоже на Wildberries, получить мой заказ. Ну, там такой тяжелый, в общем, бытовую химию я там заказала, тоже вам покажу обязательно. Вот, хочу показать и про хлебопечь сегодня расскажу. Сразу забегая вперед, скажу, что она мне очень нравится. Про тушь, вот эту белорусскую. Помните, я показывала, что я много раз покупала вот эту тушь. Правильно, она называется лакшери. Вот такая, от Белита, белорусская. Мне еще посоветовали вот такую тушь. От Люкс Визаж, называется «Секрет». «Секрет роскошных ресниц», так и написано. В общем, я ссылочку оставлю. Тоже понравилось. Вот это стоит подешевле, чем вот это. Мне кажется, они вообще одинаковые. Я беру черные туши, всегда покупаю черные туши. Мне кажется, по свойствам вот они одинаковые. Не отпечатываются. Ну, не знаю, правда, под снег я еще не попадала, но мне очень понравилось делать такие пушистенькие реснички, такие прям, знаете, объемные. Я люблю, когда их прям видно за километр. Вот это как раз эти туши. Значит, здесь кисточка, вот в этой лакшери. Я ее люксери почему-то все время называю. Вот такая вот силиконовая получается. А здесь у нас точно такая побольше. Сейчас я вам две достану, вот так вот. Смотрите, видите? Вот это черная, просто кисточка побольше и такая более как елочка, а это как бочоночек такой, да? Вот такая вот. Вот. Но по действию они вообще одинаковые, а вот это вот стоит подешевле. Вот это вот. Оставлю вам ссылочку, как всегда. На Wildberries я все теперь покупаю. Я все там теперь покупаю. Скоро, мне кажется, на еду какую-нибудь перейду. В общем, девочки, мне многие пишут, что то же самое уже. Хоть приложение удаляй, да? Так, еще заказала себе тоже на Wildberries насадки. Насадки на щетку, которую я вам показывала уже. Да, я вам ее точно уже показывала. Вот эта щетка Хапика. Японская щетка. Мне она очень нравится. Девочки, особенно у кого близко посажены зубки, это просто, это реально находка. У нее щетинки разной... свою старенькую не буду показывать, да, вот, разной длины получается, да, разной длины, и очень хорошо вычищает, она, сейчас я включу, включается вот здесь, кстати, батарейки, она на батарейках, это тоже очень удобно, слышите, как она просто как бы вибрирует, и получается за счет этого, и за счет, сейчас я выключу, вот, и за счет батарейки вот здесь вот меняются легко, я не знаю, я справляюсь с этой задачей. Получается, за счет того, что она вибрирует, и плюс у нее вот такие вот разные щетиночки, то есть разной длины они, видно, наверное, да, получается, очень хорошо вычищает. Не образуется налет с этой зубной щеткой, я пользуюсь ей уже, наверное, больше полугода, это точно, девочки. Я покупала, мне кажется, ее... весной, наверное, вот. Я вам на нее ссылки тоже оставлю. Она достаточно тихо работает. То есть, видите? Ну, я близко к вам, к микрофону, да, поднесла. А так можно спокойно чистить зубы, даже если у вас все домашние спят и нету никакого звука. Очень хорошо вычищает, удобно пользоваться. Продаются отдельно насадки. Вот две штучки как раз в комплекте я заказала. Мне вообще теперь надолго хватит. Я обожаю эту зубную щетку, пользуюсь только ей. Действительно, очень классная зубная щетка. Я всем советую от всей души. Сейчас еще Новый год, но мне кажется, хороший, тоже полезный подарок. Почему нет? Я бы не отказалась от такого подарка. Вычищает все, потому что я еще потом пользуюсь зубной нитью, и зубной нитью даже нечего вычищать. Просто меньше уходит зубной пасты, ей можно вообще использовать без зубной пасты. Ну, тоже экономия получается зубной пасты. Действительно, достаточно чуть-чуть сюда, маленькую горошинку сюда, и вам отлично вычистит все зубы. Щетка просто потрясающая. Советую ее всем. За счет вот своей вот этой, вот очень нравятся вот эти вот щетинки,
Она у меня уже такая. Надо поменять эту насадку. Насадка тоже легко меняется. Вот купила насадки. Всем очень сильно советую. Так что супер. Мне нравится. Действительно, не образуется налет. Я, как человек, который очень любит кофе, пью его много. Вот, как бы не пыталась себя от этого отучить. Вот с этой зубной щеткой прямо оценила результат, потому что действительно не образуется налет. То есть меньше походов к стоматологу, меньше чистки. А стоматологи у нас нынче вообще не дешевые, поэтому советую. Так, на тушь оставлю ссылку, на щетку тоже. Ссылка будет под видео. Давайте расскажу теперь про хлебопечь. И еще пару слов по поводу хлебопечки. Меня просили рассказать. Вот так вот у меня называется хлебопечь. Девочки, я не буду ссылку оставлять, мне муж заказал. Вот, и в принципе, мне кажется, можно брать любую. Вот он почему-то выбрал вот такую. Вот. Вот 19 программ. Вот она. Вот так вот выглядит. Вот. Вот такая. Вот я пекла хлеб. Пекла его когда? Вчера. Да? Я пеку хлеб объемом 750 грамм. Нам хватает, кстати, дня на 3 примерно. Ну, субботу-воскресенье быстрее, конечно, уходит. А когда все в школе, у меня только утром кушают. Вот вчера что-то захотелось черного хлебушка. Пользуюсь вот этой штучкой. Вот это вот с Вальберис я вот эту заказала. Очень нравится. Ничего не высыхает внутри. Можно и блинчики сюда ставить, и пироги, и все, что пирожки, и все, что хотите. Очень нравится. Смотрите, хлеб какой. Обалденный. Это я пекла из смеси. Смесь у меня вот такая. Вот. Вот этой марки S-пудов. Здесь у меня, вот я оставила показать, здесь у меня сливочный хлеб, а это у меня деревенский хлеб. Деревенский. Вот. Очень мне нравятся вот эти вот S-пудов. Но я же в ленте, вот вы в предыдущем, наверное, видео видели, да, взяла вот эти вот в ленте, лентовские, вот такие, мучная смесь, пекла вот этот гречишный хлеб. Во-первых, получается, я его купила что-то за 69, что ли, рублей, то есть, получается, дешевле. Единственное, что там всего два вида было, вот я только гречишный вот такой испекла, он такого серенького немножко цвета, получается, очень вкусный. И вот этот пакет рассчитан на две закладки по 750 грамм максимальный, то есть хлеб в хлебопечке на 750 грамм. У кого есть хлебопечка, кто знает. Мне очень понравилось. Добавить сюда остается дрожжи. То есть пол пакета высыпаю я. Здесь килограмм, а нужно 500 грамм муки. Дополнительно к этому дрожжи и масло растительное. Столовая ложка. Воды 270-250 миллилитров. Ну, примерно там 270 плюс-минус 10 миллилитров. Вот, все ставите, и вот такой хлебушек готов. Вот, насчет того, что из-за хлебопечки можно поправиться, ну, можно из-за холодильника поправиться, из-за сковородки, из-за магазина, из-за всего чего угодно. Мне очень нравится, девочки, я прям вот в восторге, я думаю, господи, почему у меня раньше не было такой хлебопечки? Я просто вот в восторге. Во-первых, хлеб вкусный, намного вкуснее, чем магазинный, обалденный, очень нравится, это раз. Во-вторых, вы можете, ну, печь себе всякие разные вкусы. Вот в такую смесь можно добавить, например, всякие семечки, всякое и так далее. Можно не покупать смеси, можно купить муку всякую разную и печь. В интернете очень много рецептов и кукурузного, и сырного, и такого, и сякого. Какой хотите вообще? Я когда стала искать в интернете вот рецепты хлеба, я прям вообще обалдела. Где-то требуется сухое молоко, где-то без сухого молока, со сливочным маслом, с растительным маслом, с яйцом есть. В общем, рецептов миллион, миллион, девочки. Очень удобно хлебопечь для тех, кто живет за городом. Когда у вас нет хлебного магазина в соседнем доме. Вот у меня нет, мне нужно ехать в магазин. Мне многие пишут, ну вот там типа я хожу, у меня там на углу дома Пятерочка, и чего мне, или там какой-нибудь, не знаю, кондитерский магазин и так далее. У меня такого нет, у нас в поселке нет вот такого какого-нибудь, знаете, магазинчика, где пекут сами хлеб. Вот такого у нас нет. Вот, поэтому я бы покупала. А так закончился дома хлебушек,
взяла, развела, все, 3 часа где-то примерно, и хлеб готов. Ну, там разный режим, разный хлеб, как бы, и все. Муку закупились, поставили, у меня стоит в прохладном месте в кладовке мука, всяко-разные вот эти смеси. Смеси или сами делайте, даже обычный, просто из пшеничной муки, просто вы обычный белый хлеб испечете. Все, красота, просто красота. Я в дичайшем восторге, всем советую, всем рекомендую. Ну, просто испекли один, съели, и все. Ну, поначалу, конечно, у меня быстренько съедали мужчины мои, я тоже с удовольствием. А потом как-то уже наелись и уже не так быстро едят. Так что я в диком восторге, мне нравится очень. Прям вообще. Вот, так что рекомендую, советую, особенно если вы живете за городом и у вас нет в пешей доступности какого-нибудь магазинчика. Так, девочки, давайте покажу вам Вальберис. Красавчик лежит мой. Тут на кухне быстренько покажу, потому что у меня тут все такое вот заказала. Сейчас я все это открою, вам покажу. Так, все вскрыла. Смотрите, снова я заказала вот эти гели. Как они мне нравятся, девочки. Супер. 499 рублей в этот раз заказала. Вот такой вот. Такой я не брала. Я обычно голубенький брала. А этот вот для восстановления цвета получается. Очень нравится мне. Хорошо отстирывает. Конечно, если кухонные полотенца, то нужно пятновыводитель. Если какие-то жирные пятна, то это нужно уже застирывать. Для такой ежедневной уборки или свежие пятна хорошо отстирывает. Ну и кондиционер очень мне нравится, прям супер. Вот, а здесь я заказала как раз красавчику. А вот еще марка Grass. Я говорила неоднократно, что мне очень нравятся средства для уборки разной вот этой марки. Grass просто обалденный. Спасибо всем, кто посоветовал мне данную марку. Решила попробовать еще и вот такие вот, такой кислородный пятновыводитель. Здесь килограмм, тоже что-то на акции я его взяла. У Grass еще есть и средства тоже для стирки. Надо будет, но они чуть подороже, они где-то в районе 800 рублей стоят без акции. Ну вот как-нибудь акцию поймаю, тоже куплю. 5-литровый тоже канистры есть. Здесь вот этому красавчику. Ну красавчик же, смотрите какой. Все сейчас скидывать мне будет, да? Же навалила тут. Вот, заказала, тоже что-то получилось недорого в пересчете на один пакетик. Здесь 24 штуки. Вот такой я им уже покупала, такой, кстати, неоднократно. Мои едят с удовольствием. Правда, со вкусом индейки только был на акции. Индейка в соусе, 24 штуки. Супер упаковку. Кому-то надо даже откармливать, чтобы вот такие щечки были побольше. Чтобы такие прямо щечки были, да? Вот, а здесь у меня... Так, сейчас я это уберу. Здесь у меня собака. Я в 4 лапы. Вообще продается вот эта вот марка. Мне очень нравится. Точнее, Боночки. Вон она там лежит, ждет. Да, Бона? Вот. Очень нравятся вот эти банки. Правда, здесь получается один вкус, да? Желудочки рюшачьи, да? 12 штук. Да, желудочки, один вкус. Значит, ну это ничего страшного, я что-то другое еще докупаю, нормально. Значит, я покупаю, вообще сейчас это стоит 160-150 рублей, вот такая банка. Я купила 1525 рублей, 12 банок, вообще огонь. То есть очень даже дешево. Еще попросила, муж заехал, я ему скинула этот код. Муж заехал, мне привез, вообще красота. Смотрите, что делает. Скажи, корми уже. Чё ты тут трындишь? Уже кормить надо меня. Да? Вот. В общем, вот такие вот баночки. Супер. Ну, желудки потом, может, еще подзакажу, знаете. Пусть будет у меня. Смотрите, все скидывает. Тебе пригодится. Это пистолет. Пистолет-то пригодится тебе. Не сбрасывай. Все сбрасывает. Видите, все, что сюда положу, ему прям не нравится. Он здесь я готовлю. Он здесь спит у меня на этой стойке. Вот, так что, ну не знаю, стоит оставлять ссылки или нет, ну оставлю вам, на акциях вот отслеживаю, покупаю, затариваю, чтобы кто-то не голодал, потому что видите, какой печальный, мама не кормит, мама не холит, не лелеет, да, вот так вот. Ты мой сладкий,
сладкий мужчина. И еще в этом видео хочу вам показать, мы недавно, не так давно, скажем так, ездили в Великий Новгород с детьми. Мы там, дети у меня там никогда не были, поэтому решили их свозить, немножко погулять, пока уже зима совсем не началась. Хотя, могу сказать, тоже было достаточно прохладно. В общем, погуляли, мы там никакие экскурсии не брали, просто погуляли по самому Новгородскому Кремлю. Очень, кстати, понравилось детям моим, несмотря на то, что они у меня как-то не особо любят такие мероприятия, но в последнее время у нас так получается, то экскурсии, то какие-то поездки. В общем, мы как-то я так прямо активно оккультуриваю своих детей. Вот, в общем, в Великом Новгороде нам понравилось. Кремль, то есть мы посетили сам Кремль именно, да, больше особо нигде не гуляли, это вот внутри, в палатах, были тоже всякие представлены интересные вещи, но там мы тоже экскурсию не брали, потому что, у меня муж не любит, в общем, мужчины у меня такие, знаете, я их там туда-сюда везде тяну, а они у меня вечно, не хотим, это там будет неинтересно, еще чего-нибудь. В общем, мужчина на то и мужчина. Мне очень понравилось. Я прям вот прям в восторге, как всегда. Я вообще все время в восторге, я все время хохочу, все время улыбаюсь и все время в восторге. Вот такой я человек, что ж поделаешь. На самом деле, очень красивая вот эта красивый музей, точнее, то, что там выставлено, да, вот эти экспонаты, они прям вот впечатлили меня. Честное слово, посмотрела, очень интересно. На самом деле, я думала, что вот эти все вещи полностью сделаны из драгоценных камней, но нет, некоторые из них, там было написано стекло, видно, какое-то цветное стекло вставили вместо драгоценных камней, в общем, как-то так. На самом деле, очень интересно, если вы недалеко живете и никогда не были, советую для посещения. Здорово. Погода, конечно, у нас была не очень достаточно холодная такая и ветреная. В общем, да. Еще, когда я что-то показываю, не рассказываю ни о чем, никаких исторических там фактов и тому подобное. Я просто рассказываю. У меня нет такого большого количества знаний, чтобы еще проводить прям вам какие-то экскурсии, прям что-то там рассказывать. Просто меня просят показывать, где мы бываем, куда мы ходим, ходим ли мы вообще куда-то с детьми, у меня об этом спрашивают, поэтому вот я немножко снимаю. Обычно, когда мы куда-то ходим, я не снимаю, потому что, как-то вот я, не знаю, в моменте, можно так сказать. Конечно же, мы еще зашли в кафешку, называется он «Пряник», нам очень понравилось, я ем тыквенный суп и чай какой-то пряничный, был написан, очень понравился, кстати, очень вкусно. И на сегодня я уже буду с вами прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, всех люблю, целую и до новых встреч!